Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, гости и подписчики моего канала! Сегодня у меня отправка посылки в Казахстан. Это уже третья посылка по этому адресу, которую я отправляю детям. Зовут этих ребятишек Надя и Костя. Надюшке 2 года, а Костику... Нет, Надюшке еще нет 2 года. А Костику 4 года. Я им пересылаю вещи, которые стали маленькими моим внукам. Моя дочь привозит их мне, а я, соответственно, отправляю их дальше. Хочу показать, что я отправляю. Вот такая курточка летит. Северный Казахстан. Вот такие футболочки, рубашечки, брючки. Вот такие джинсики. Вот, мальчик ходит в детский сад. Ему такие вещи нужны. Просто даже необходимо. Вот такая футболочка. Симпатичная, с акулой. Вот. Вот эти шапочки я вязала сама, они чисто шерстяные, из натуральной шерсти. А сейчас зима, может, будет одевать в детский сад. Так. Ну вот, такая кофточка. Здесь уже для малышки. Вот такая футболочка. Вот такие леггинсы. Сейчас покажу платьишки. Это рубашечка для мальчика. И вот такое платьишко. Девочки. Тепленькая, мягенькая. Кроме этого, вот такие вельветовые тоже сарафанчики. Вместо жилетика будет очень хорошо, если... А вот это летнее платьишко. Вот еще вельветовый сарафанчик. Вот такой с оборочкой, красивый сарафанчик. Так. Это тоже сарафанчик для девочки с кармашками. Вот. Еще есть обувь. Одна пара для мальчика. Вот такие ботиночки. И сколько пар? 1, 2, 3 пары для девочки. И вот эти 3 пары для девочки. Все это мы сюда уложим сейчас. Аккуратно. Ну, пока я поработаю, потом продолжим. Вот такое замечательно красивое платье я не могла вам не показать. Укладываем все. Это что? Это свитерочек с мальчиком. О, тепленький. Для малышки. Это штанишки. А вот эти штанишки шьет моя дочь. Все очень с удовольствием их носят. Они тепленькие и тоже... пригодятся. Сейчас зима. Ну, вот здесь целая куча. Вот такие штаны на бретельках. И вот такие штаны тоже. Такие же на бретельках. Это я покупала когда-то своему внуку, потому что мне очень нравятся такие штаны. Ну вот. Штанишки. Вот такие
Батюшки. Вот еще одно платье. Вот еще одни штаны для малышки с подтяжками. Вот такие дела. И вот еще одно платье. Видите? Вот. У меня еще должны войти сладости. Я купила сладости. Сейчас я поскладываю здесь еще нижнее белье и все прочее. Носочки, колготки. И потом расскажу вам. Ну что, мои хорошие, сейчас я уложу сладкое. Как дети могут обойтись без сладкого? Вот так. Немножко стола, новогодние фигурки. Где-то у меня тут еще шоколадки были. Так. Шоколадные сосульки или сосачки называются, или еще чупа-чупсы. Ну, если переводить на русский язык. Кроме этого, я взяла чупа-чупсы, взяла всякие резиночки, немножко вафельки. Желейные конфетки, даже резиночки, это называется желейные конфеты. Вот такие Дед Мороз и маленькие. Чтобы детям было не только тепло, но и вкусно. Собираю посылку до конца уже без вас. Тут еще много красивых вещей всяких. Самое главное, что у меня обувь уже уложена и сладости уложены. Теперь могу заполнять до самого верху. Я хочу рассказать вам про эту семью еще раз. Информация о этой семье ко мне пришла от моей подруги, которая ходит в церковь, и ей, и ее знакомым пришла это от православного священника. Он попросил помочь, кто чем может. Сказал, что семья очень нуждается и очень скромная. Семья это состоит... мама этих детей, двое маленьких ребятишек, кроме этого их бабушка, их тетя, сестра мамы. Они живут все вместе. Бабушке пришлось оставить работу. Она еще не на пенсии, но ей пришлось оставить работу, потому что она ухаживает за своей дочерью и ухаживает за маленькими внуками. Ее старшая дочь или мама этих детей, ее зовут Настя. В общем, муж ее так избил, что у нее обрушились кости черепа. У нее полголовы. Сейчас уже ее прооперировали, поставили ей, поставили искусственные заменители костей. Но она все равно инвалид стопроцентный. Она как маленький ребенок, капризничает, ничего не соображает, очень много ест и быстро поправляется. Но это я к тому, что вот в один прекрасный момент от такого идиотизма можно сделать сразу несчастным ни одну семью. Теперь Анастасия абсолютный инвалид. Ее двое маленьких детей. Папа сидит в тюрьме. Бабушка бросила работу, чтобы ухаживать за ними. В общем, семья в такой нужде, что если у вас есть возможность помочь им, то все адрес и связь с ними я оставлю под этим роликом. Я оставляю под каждым из своих роликов. Те ролики, которые я записывала раньше, они тоже будут, ссылка на эти ролики тоже будет под этим видео. Вы можете их посмотреть. Вот. Как-то без слез не скажешь. Ну вот, я взяла на себя такую обязанность, поговорила со своей дочерью. Те вещи, которые уже не нужны ее детям, я буду пересылать
Казахстан. Ну вот как-то так. Пакуемся дальше. Ну вот я закончила паковать свою посылку. Сейчас позову помощника, и мы с ним ее закроем и взвешаем. Вот как-то так. Такую я взяла, такой обед я на себя взяла. Сколько буду в состоянии, буду помогать этим деткам. Ну и до новых волнующих встреч на канале. Всем всего доброго. И всем пока-пока.